Наташа, как особо, отметила, ну как давай. Отметила Новый год? Не помню. Хирей, ты как отметил Новый год? Не помню. А почему не помните? Да там весело было очень. Ой, понимаешь, он в один момент он такой ложится на диван, такой: Наташа, я сейчас сдохну. Я такая, понятно, я тоже. Они вместе, если что, отмечали Новый год. Натаха приехала к нему в гости, в Уфу. Соболезную, конечно, но ладно. Мне. Я, между прочим, за тебя там убиралась, готовила салатик тебе. Да, салатик! Бабушка приготовила все чисто, ее припахала колбасочку порезать. Ну и что? Я готовила ему салаты. У него вся квартира засрана. Осуждаю, нельзя так выражаться. Так вот, он просыпается в чистейшей квартире, потому что Наташа проснулась за полтора часа. Да, а потом мне пацаны в личку ВКонтакте пишут: блин, кто салаты готовил? Я из-за этой колбасы траванулся. Неправда! Не было такого. Любовь, все понятно. Сейчас. Время 8 вечера. И тут этой женщине захотелось суши. А у нас по итогу из еды только салаты и были. Сколько у нас было? 3 штуки и все. Нет, было куча салатов и холодец. Так кто ест твой этот холодец? Артур не ел. Никто не ел твой этот холодец. Мы ради него его и взяли. Я тебе говорила еще днем, давай закажем суши, давай закажем пиццу. Да зачем? Тебе кто 31 декабря доставит суши в 8 вечера? Ты меня еще попросила тебе цветы на 8 марта купить в ночь с 8 на 9 марта. Цветы. Это как истории, это как у беременных женщин, когда не будет посередине ночи мужа, а беременная такая зимой в декабре муж. Ты че, арбуз? Не понял. Вот примерно оно вот так вот выглядит. Помоги мне, пожалуйста. Арбуз, неси.